У нас много попурри на разные темы. Мы сегодня взяли лучшие куплеты и, из разных попурри и в таком виде вам исполним. Помогает нам сегодня музыкант, которым я не устаю восхищаться, Олег Михайлов. Да, Олег Михайлов. Скорая музыкальная помощь. Итак, попурри на разные темы. Начнем мы с темы летнего отдыха. Ну а дальше как покатит. Лето — это маленькая жизнь, если отдыхать в каком-нибудь крутом месте, а на грядке с тяпкой проведешь лето, лето — это маленькая смерть. Зато зимою — это маленькая жизнь. Отдыхаем! Отдыхаем! Я засмотрелся на тебя, ты шла по палубе, качаясь, хотя наш белый теплоход еще стоял и не отчаял. И засмотревшись на тебя, не знаю почему, я вдруг за борт тебя швырнул в ближайшую волну. А белый теплоход, ты безобразие, ну кто ж назвал тебя Степаном Разиным? Скорей хватаю круг, бросаю за карму, а на кругу написано «Му-му». На Бали утолить бы мне печали, на Бали, на Бали. Только страшно мне лететь за полземли. На Бали, чтоб лететь, мне нужно выпить литра три. На Бали, а когда я выпью, мне везде Бали. Только печень отпусти ты, не Бали. На Бали. Плавненько перекатываемся на тему братьев наших меньших. Изменения в породах происходят год от года. И сейчас собачка в моде очень маленькой породы. Не собака и не кошка, смесь макаки и хорька. Но только жене эта морда дороже меня мужика. Чихуахуа, чихуахуа, где же ты, где? Может быть, кто-то чихнул на собачку. Чихуахуа, чихуахуа, вот же ты где? Ты у деда в бороде. Вышел я из дома с котом, с Мурзиком гулять мы идем, но вернее вот гуляет только кот. Мне жена моя гулять не дает. Тарелка с вискосом, дорога дальняя и клетка тесная, куда везут, знать бесконечные гастроли куклачевские. Меня, котеночка, по новой ждут. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, ветра свист в моих ушах. Я свободен, я бегу во всей красе. Я свободен. Хомячок, я в колесе. Братья Пономаренко, Александр и Валерий.